Снова, друзья, здравствуйте. Только что мы писали в эту сторону. Я надеюсь, сейчас Санечка покажет. А сейчас будем писать в эту сторону, потому что в эту сторону тоже красиво. Будет пейзаж уже в работе. Будет потом дорабатываться по сухому. А сейчас вот этот мотив очень нежненький. Ну, разве что лодочку пристроим. Все готово, привет. Итак, снова той же схеме. Тройником смачиваю холст для того, чтобы краска зашла без сопротивления. Кисть уже побыла в работе, поэтому сбрасывает несколько сбрасывает какую-то тональность. И небо писалось в ту сторону, теперь будет в эту сторону. Опять, как и в предыдущей работе, ультрамарин. Верхняя часть неба небесно-голубая, нижняя часть неба . Когда закладываем небо, не забываем, что светлые партии любят густую краску, и небо должно быть заложено более или менее с густотой, особенно за счет белил. То есть плотность краски должна прозвучать. То есть не вот такое акварельное состояние, а вот такое белильное. Охра. Небесно-голубая. Значит, смотрите, мошки налетело, и вся картина была в мошках, когда я принес ее с пленэра. Поэтому я в тот же день мошек всковырнул, небо доуложил, пока помнил его, вот, доуложил. Сейчас работа высохла, вот, я буду ее дописывать уже с фотоматериала. Так, ну, пожалуй, и все. Ну вот,
в те два дня, три пейзажика произошли. Вот, и надеюсь, вам понравились сюжеты. И приезжайте к нам в Переславль, пишите.